Современный автомобиль – это не только механизмы, но и огромное число электроники. Электронные детали, датчики, бортовой компьютер управляют работой различных узлов и систем, отслеживают их состояние, регистрируют и фиксируют неполадки в работе. Чтение этих параметров позволяет диагностический сканер ОБД-2 производить полную компьютерную диагностику и выявлять неисправности. Для того, чтобы диагностировать неисправности авто, необходимо специальное оборудование. На рынке после 1996 года появились ОБД-2 диагностические сканеры. Сейчас эти диагностические сканеры стоят очень дешево, и купить сможет каждый водитель, чтобы во время возникновения неполадки каждый раз не бегать в автосервисах. Ссылку на магазин оставлю ниже в описании видео. Помимо чтения кодов ошибок, современные ОБД-2 сканеры предлагают некоторые возможности по настройке бортовой электроники автомобиля. Читать ошибки может практически любой дешевый сканер. Но для продвинутой работы нужно оборудование профессионального уровня, которое заметно дороже. В чем отличие между ОБД-2 сканерами разных марок? На рынке предоставлены ОБД-2 сканеры разных производителей, отличающиеся между собой ценой и функциональностью. Их стоимость отличается колоссально. Существуют как китайские девайсы за несколько долларов, так и модели за несколько тысяч. Главным отличием между ними является уровень профессиональных возможностей. Также есть отличие в уровне поддержки производителем. Если профессиональные аппараты получают обновление ПО, клиенты могут рассчитываться на поддержку производителя, то отношение китайских компаний к дешевым сканерам может иметь вид «выпустили и забили». Помимо широты функциональности, имеют и отличия в интерфейсе и подключении. Популярные беспроводные ОБД-2 сканеры работают по Bluetooth или Wi-Fi и подключаются к любому современному смартфону, планшету или ноутбуку. На AliExpress полно клонов по несколько долларов, совместимых с любыми смартфонами, но они не дотягивают по уровню возможностей до оригинала, но хорошо умеют читать ошибки и стирать их. Купить можно за несколько копеек. Если вам просто хочется обследовать свою машину, продиагностировать ее на предмет неполадок или посмотреть наличие проблем у автомобиля, в большинстве случаев хватит и бюджетного сканера, используемого на смартфоне. Мастерам автосервисов, профессионально работающим с машинами разных марок, бюджетного сканера, конечно, недостаточно. Но для обычного автовладельца обыкновенный ОБД-2 сканер – это будет дешевый или дорогой обязательный вещь, которого всегда нужно держать в подачке. Но если вам нужно что-то перекодировать или сделать какие-то сложные операции, тогда вам нужно более продвинутые, дорогие сканеры. На AliExpress есть разные сканеры. По стоимости и при покупке обязательно обратите внимание в описании именно на каких авто они могут работать. Ссылку на магазин оставлю ниже в описании видео.